Физкульт, привет, друзья и ученики! Меня часто спрашиваете вы о том, какой кардиотренажер самый лучший. Сегодня я сделаю коротенькое видео и расскажу вам о том. Большинство думают, что беговые дорожки, либо степперы, либо эллипсоиды, либо велотренажеры, различные другие современные тренажеры являются самыми лучшими именно для кардиотренировки и для разминки перед тренировкой и для заминки после тренировки. На самом деле все эти новомодные тренажеры являются также просто фитнес-бизнес-индустрией, и если вы не знали, самый лучший кардиотренажер это грибной тренажер. Но наверняка, если многие из вас и знали о том, что это один из лучших тренажеров, вы навряд ли знали, что этот тренажер совмещает два типа нагрузки – силовой тренинг и кардиотренинг. То есть, совмещает в себе два типа совершенно разной нагрузки – аэробной и анаэробной. Многие подумают, что такое невозможно. Действительно, больше нигде такое не повторяется и не соединяется. Не зря современный кроссфит взял для себя именно грибной тренажер. Не велотренажер, не беговую дорожку. Данный тренажер помогает прокачивать абсолютно все группы мышц, как становая тяга и приседания. Данный тренажер оздоравливающий действует на организм. Ведь не зря именно грибные тренажеры стоят в кабинетах лечебно-физической культуры. ЛФК работает именно с грибными тренажерами. Поэтому, ребята, на вопрос, какой кардио и силовой тренажер самый лучший, ответ один – грибной. Если вам понравилось это видео, вы хотите увидеть более подробный разбор самого тренажера, о том, как на нем работать, как с помощью данного тренажера сжигать жиры и даже строить мышечную массу, ставьте лайки, пишите в комментариях, и в ближайшее время я сделаю статью и выпущу видеоролик. Всем пока, увидимся в тренажерном зале.